Энкодер подключен к мотору, к электромотору от печки от КамАЗовской. Мотор работает от 24 вольт, дает примерно 4000 оборотов, чуть больше 4100 на напряжении 31 вольт. Штатно от 24 вольт дает 3000 оборотов. Вот был выточен переходничок специальный. И энкодер жестко соединен с мотором. Жестко. Сейчас подадим на него питание. Вот. Ровненько, хорошо работает, безо всяких вибраций. Так, как выглядят импульсы? Значит, сделана нулевая метка. Нулевая метка, вот она. Сейчас я чуть передвину. Так, вот одна метка, вот вторая метка. И в итоге получается, сейчас поставлю первую метку на начало. Так, курсор на виду. Получается частота 69, 69, 35. Это чуть больше 4000 оборотов в минуту. Стоит ровненько. Сейчас курсор выключу. Все стоит как влитая. Значит, можно сделать ее покрупнее. И вот такая вот меточка нулевая. И сейчас включу импульсы. Импульсы, импульсы на втором канале. Так, это у нас импульсы. Скорость меняется. Ширина импульсов тоже меняется. Такие вот ровненькие квадратурки.